Отправляясь в магазин, делайте правильный выбор. Не устают повторять в областном правительстве. И обращайте внимание на товаропроизводителя, ведь оренбургское качество не подведет. Одноименная акция – это не просто способ выразить патриотизм и призыв покупать оренбургские продукты только потому, что они наши. Специально созданная комиссия по присвоению знака, в состав которой входят представители Министерства экономического развития и торговли Оренбургской области, торгово-промышленной палаты, контрольных и надзорных органов, большинством голосов принимает решение о том, достоин ли продукт носить знак «Оренбургское качество» или нет. Но это не единственная ответственность. После присвоения знака производителя обязываются поддерживать высокое качество своей продукции. А это отсутствие претензий со стороны контрольных и надзорных органов, хорошие отзывы потребителей в течение года и в целом положительная репутация продукта. У местного товаропроизводителя, который вкладывается в качество, как правило, не остается средств, которые он может затратить на рекламу. Мы даем дополнительную поддержку бренда. Гарантия Оренбургской области, которую мы даем за качество товара, право использовать этот знак и, соответственно, всяческие меры поддержки и продвижения этого товара в торговые сети. У правительства Оренбургской области и торговых сетей партнерские взаимоотношения. Мы прекрасно понимаем наши законодательные полномочия. И, в общем-то, здесь идет разговор на равных. В общем-то, я могу сказать, что понимание есть.